Всем большой привет! Сегодня приготовим блюдо с названием «Больше не готовлю отдельно гречку, а только так, ужин без возни и заморочек». Ссылку на оригинальный ролик и пропорции продуктов будут указаны в описании под видео. Своим мнением я, как всегда, поделюсь в конце видео. На разогретую сковороду нальем растительное масло и добавим мелко порезанный лук. Обжарим его до легкой золотистости. К луку добавляем мелко порезанную морковь. Морковь обжариваем 3-4 минуты. Добавляем фарш и все хорошо перемешиваем. Овощи с фаршем жарятся на сильном огне. Как только фарш побелеет, добавляем соль и перец по вкусу и также 2 столовые ложки томатной пасты. Все тщательно перемешиваем и обжариваем 2-3 минуты. Аккуратно разровнять фарш с овощами и добавить гречку. Гречку лопаткой равномерно распределяем над овощами и фаршем. И добавляем 500 мг воды. Накрываем крышкой, доводим до кипения и убавляем огонь. Тушим до готовности гречки. Гречка с фаршем готова. Гречка получилась сочная, рассыпчатая. Рецепт прекрасный, готовится легко, а самое главное, что все в одной посуде. Рецепт интересный, получилось очень вкусно. Фарш можно заменить на любое мясо. Советую всем приготовить гречку по этому рецепту. Ее съели даже те, кто не любит гречку. Всем приятного аппетита, до новых встреч, пока-пока!